Что хорошего вы будете делать сегодня? Ну, мы уже 5 дней на разных этапах. Сперва начинали с лопат, а сейчас вот как бы заканчиваем, может, не заканчиваем, но техникой. Есть фермера, которые откликнулись на наши просьбы помочь городу. Сейчас занимаемся тем, что надо город потихонечку чистить, потому что есть проблемы, все это видят, но не все решают эти проблемы. Ну, я слышал еще, вы с механизаторами как-то что-то будете там им... Ну да, мы их кормим, мы их селим у себя, то есть ребята на полном пансионе, потому что мы от них зависим. Нашей техники не хватает. Если люди откликнулись, то мы со своей стороны тоже полностью включаемся. То есть отдых механизаторам обеспечен? Отдых обеспечен, и в конце процесса и поляну им накроем, будут чувствовать себя людьми. Понятно, спасибо большое.